Здравствуйте, родная моя семья Тяньши. Меня зовут Гульнара, фамилия моя Алтынбекова. Я врач, доктор медицинских наук, профессор. На сегодня я заведую кафедрой медицинского университета города Алматы. Много лет я работала как врач. Лечила так, как меня научили. Конечно, я знаю об адах. Мне говорили, я знаю, что такое БАДы. И когда ко мне приходили и говорили, мы хотим рассказать об адах Тяньши, я как-то не настроена была слушать эту информацию. И в 2012 году случилось горе в моей семье. У моей единственной младшей сестренки, ее старшая дочь Салтана заболела. После длительного обследования врачи ей выставили диагноз – системная красная волчанка. Это аутоиммунное заболевание, и я как врач понимала, что болезнь губительная, что у нее, во-первых, процесс быстро заканчивается, что она будет очень долго лежать в больнице, получать гормоны и химиотерапию. Но я как врач не знала, чем ей помочь. Это самое страшное. Когда твой родной человек болеет, ты знаешь этот диагноз, но ты ничем не можешь помочь. И в лице дистрибьютора компании на сегодня с квалификацией 8 звезд, Батырбаева Марва, к нам в семью, ко мне в жизнь пришли БАДы Тяньши, пришла компания Тяньши. И, конечно же, когда Алтына мне позвонила и спросила, можно ли начать давать ей БАДы, вот тогда, отчаянная и понимая, что нету тупик, нету результатов, я сказала, давай начнем. Вы понимаете, что через какое-то время ей вернулось здоровье. На сегодня Салтана молодая, красивая, здоровая, любящая мать своих детей, любящая жена, дистрибьютор корпорации Тяньши, квалификации 6 звезд, и мы все счастливы.